Всем приветики, это наша любимая игра Родина. Ну что, поиграем? У нас продолжается наша Ой, чуть письмо не пожадничала. Так, что там у нас тут с лодочка? Ой, лодочка, плыви. Валерия, спасибо. Пока я делала, ты мне помогла. Кстати, опыта дают неплохо. Сейчас еще и марочку получу. Жетончичек. Какого цвета будет он? Синенький. В моем случае самый дефицитный. Так. Что, есть? Есть. Сейчас на ночь начинаем ставить косточки. Только косточки. Потому что не знаю, в какой момент перестану играть. А утром, если что, начнем делать все остальное. Ну, да. 28 это не так много. Но все же у меня еще есть 5 дней. И это радует. Обрывать мне нечего. И не надо. Так, 3, 3, 2. А на каком мы месте? Четвертое или второе? Что я потерялась? И может быть третье? Седьмое. Ну, на почетном седьмом. А первое место Секука? 11. Ну, 11 нам не светит и не греет. Эти могут догнать еще 11, и оно сместится. Посмотрим. Будет видно. Нам еще осталось 1000, и мы получим подарочки. А покамись мы идем куда? Кормить животных и к туристам. Туристы меня ждут. Собираем наши жетончики. Ой-ой-ой. Бывает огорчение, а у нас есть своя. И посадить. Собрать, посадить и на повторе. Так, что мы тут садим? Ой, у нас тут этого мало. Посадить. Так, ладно. Сбегаю, поставлю, а тоже забуду. Раз, два, три, четыре. Ха, чего бы нам хотелось? Ну, как-то. Ну, как-то так. От уточки. Ого. Ого-го-го. Все. Кормимся. Это ужин. Если что. Днем не было когда записать, но решила, что лучше позже, чем никогда. Правильно? А то мы сегодня пропускаем видео. А у нас каждый день выходит новое видео. Может, это за непорядок. Играем. Записываем. Сейчас побежим к туристам. Только интересно, что им принести. А, кстати, а что будет в следующий раз? Ух ты! Ух ты, воздушный рис. Надо бы поставить. Делаем пудрочку. Как нам с рисом? Везет, нет? Ну, в принципе, можно. Но это будет не скоро. Ну и, скорее всего, кораблик прибудет через сколько? Через 4 часа. Это уже будет завтра. До утра точно сделается. А там еще время появится еще. Пока он будет стоять. Должна успеть. Как вот иногда полезно вечером начать записывать. За ночь все успевается. Итак, они меня ждут. Так, мысочку кто-нибудь принесет мне наконец-то или как? Ага, кирпичик. А мысочку? Очень хочется топорик. Ну прям все условия создают. Только не то, что я прошу. Так, это сюда. Туточки, тамочки. Все? Нет, не все. Ой. Но теперь точно не все. Или все. А вот теперь все. Так. Не, нам такой не надо. Чай никак не куплю. Спасибо. Еще один чай. Так, что я морочу себе голову? Я не могу купить чай. Кто-нибудь купит. До свидания.
может быть, кому-то эти туристы их пригодятся. А сколько у нас уезжающих, приезжающих? 8-8. Все нормально. В пределах нормы. Так, а это, кстати, у меня должно быть. Почему я не принесла? Я даже не догадываюсь, между прочим. Значит, надо принести. Надо раз, два, как раз три штуки. Это тоже хотели. А что еще хотели? Это хотели. Сейчас проверим. Сейчас будет проверочка. Тут у меня не было сока. Я его сделала. Но теперь у меня нету рыбки. А нет. Ну, ай, теперь у меня нету места. Для того, чтобы поймать. Три рыбки, конечно, мало. Хотя бы четыре было. Было бы как-то поярче. Так. Это мы выгнали. Тут никого не было. Это мы обслужили. Так, подождите. Ожидайте. До свидания. Нет у меня такого, если. Висит по несколько дней. Авось куплю. О, тут все хорошо. Делается. Нет. Надо принести. По-моему, есть. Куда подумать. Ха, платочка дам. А платочка дам. Кофточку, блузочку. Пожалуйста, старалась для вас. Только для вас и только сегодня. Эксклюзив. Забирайте. Так, что я хотела взять с собой? Вот так. И вот так. И посадить. Все есть. Домой. Все, посадить нечего. Домой. Тут что, есть и кока? 18 минут. Подождем. А я тебя вижу, а ты плохой. Так, прикольно. 2 минуты и готово. Раз, два, три. Ух ты, пора ставить сети. Ой, с меня подарочков надавали. Да я планировала это улучшать. Ой, не скоро. Ой, не скоро. Один, а тут вообще три. Ждем-с. Так. И раз. И два. Есть. Так, там мороженое просили. Не такое, а вот такое. А шоколад есть черный? Есть. Кто-то заказывал. На палочке, говорит, хочу. С этим мы разобрались. Так, с курочками все хорошо. Так. Что мне надо делать? Шапочки, во, шапочки просили. И рукавички просили. А тут надо поставить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Что еще? Так, надо проверить. На самом-то деле надо проверить. Вот что-то важное упустила. Вот шарфичек один. Ха, рыбка в кляре чудесно, конечно. У меня одна рыбка есть. А маслечко дадите? Маслечко дали. И рыбку одну поставим. Все. Какая я хорошая. Так, раз, два. Проверочка очередная. Вот нам бы сачок такой с лимончиком. Как мы относимся к сахару? Позитивно. А к лимонам? Тут нет. Нет, и тут тоже нет. Ладно. Идем. О, как раз есть два свободных места. Раз, два. Поставили. Пусть будет. Место освободилось. Одно. Заняли.
Еще раз. Народ просит лимонный торт. Две штуки. Раз, два. Завтра. Все завтра. Шоколад с воздушным лицом нужен черный, по-моему. У нас есть хоть какой-то шоколад? У нас нет никакого. И сахар дефицит. Так что ждите. Не сегодня. Так, ниточки 4 штуки. Это мы могем. Раз, два. Тут еще даже 3, а не 4. 5 сделала Саша. Так. Что мы делаем? Мы опять в ожидании чуда. Смотрим. Ой, 4. Но это не точно. Нет, это без вариантов. Нет. К сожалению, отсутствует. Так. А это есть? Это должно быть. А это делается. Это будет. Скорее всего, завтра. Так. Спонсор вообще свободного места. На самом-то деле все прекрасно. Ой, сколько у меня молока. Надо срочно ставить. Раз, два. Есть. Так. Коровка. Курочка. Ой, 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 ой. Садим, собираем, не стесняемся. Есть. Еще рано. Курочка. Курочка ляба. Так, отнести сюда теперь надо. Все, надо отнести. Когда будет кораблик? Еще 2 часа. Тут ничего прям. Тут поярче. Бабуля. Девушка в ожидании чуда. И тут, по-моему, тоже все. Тоже все. Все, ладно. С этим мы завершили. Можно возвращаться. Едем домой. Так. Пока есть место, надо пользоваться возможностями. 3, 4. Поставила. Ой. Помогите, кто может. И кто не может. Все? Все. Так. А так я не могу еще докупить? Нет? Очень-то хотелось. Нет, 25. Печалька. Так, садим что-нибудь. Садим мы вот так. И горох. Еще горох садим. Он очень востребованный. И тут садим вместо морковки, конечно же, что? Правильно, только морковку. Собрать. Тут мы садим чего? Ой, у нас сегодня огурец, мы его посадим. Тут растет, но это будет еще долго. Так. Картохи у нас мало. Ой, надо было не картошку садить, а помидоры. Ладно, бывает. 11 минут. О, я смогла что-то оборвать. Я помогала. Так-то мы собираем. Ух ты. Мы садим. Ставим, садим. Так. Это нам надо тоже. И еще вот так. Места много? Прилично. Нам хватит. Так. Что на самом деле тут? Тут у нас 3. Угу. Надо на утро еще поставить капусточки квашеной. Поставили.
спицами, как у нас дела. 3, 2, 7, 2. Сделаем 3. Ха. Нам нужна пшеница. Срочно. Которая в тучевном чулане хранится. В доме, который построил Джек. Так. Это было где? Это было здесь. Смотрите, как все чудесно. Раз. И все-таки мне не нравится вариант. Если честно. 2. Надо принести. Еще поставить. Завод не должен простаивать. Он должен работать. Это факт. Так. Собрали, собрали. Короче, собрали все. Пожадничали. Ой, сухарик. Сухарик мы не заказывали. Все. Еще сухарик. И еще не заказывали. Домой. Пицца. Раз, два, три, четыре. Ай! Такой разгон сделала прям. Перестаралась чуть-чуть. Роллы мне не нужны, то мы посмотрим, что у вас есть еще. Это мне завтра надо будет на кораблик. Ой, картоха. Я свою всю потратила. Будем брать соседскую. Кукурузка. Никто не дает. Кукурузку нам только показали. Вот она была. Так, пшеницу уже купили. Печалька. Все, больше мне не надо. Сейчас наберу пшеницу, ничего купить не смогу. Вот это я хочу. И все. Так. Проверочка. Маленькая такая. 90, 20. Идем дальше. Ой, я возьму принцесски. 10 клубнички. О, это я хочу. Хочу. Ничего не хочу. Может быть, чтобы что-то делать. Ой, кстати, тут у меня заводик спит. Надо его разбудить. Что будем делать? Так. Ха. 4, 2. Делаем. Делаем. И колечко. Делаем. Так, в общем, этим я закончила. Я занимаюсь дальше своими заводиками. А, видео мы заканчиваем. И на этом всем пока-пока.